Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы поиграем в игрушку под названием Stickman Jailbreak Craft. Короче, у нас Stickman попал в Майнкрафт, да? И нам нужно как-то выжить в Майнкрафтном мире, который Stickman, короче, попал. Короче, мы в тюрьме Майнкрафта должны как-то сбежать, и у Stickman, по-моему, ключ от двери. Так почему он его не открыл? Не знаю. И возле нас какой-то сундук лежит. Посмотрим, что в этом сундуке будет. Есть какой-то кореш, который на кровати сидит. Хотя это не кореш, а похож на какого-то монстра, привидения волохатого, я не знаю, кто это. Но у его глаза такое ощущение, что он все в своей жизни повидал. И давайте приступать к игре. Мы этим ключом открыли этот кейс, то есть бокс. То есть не бокс, а как его там? Открыли... Ну, короче, открыли сундук. Что у нас есть? У нас есть... Fireball, Apple, Seed, Craft Box, Egg, Pick, это кирка из Майнкрафта, Book, TV и Динамит. Динамит есть. Эмералд. Какой-то Эмералд у нас еще есть. Ладно, друзья, давайте начнем с Apple. Apple, давайте. Ага. Вау, мы стали Майнкрафт-человечком, а не Stickman'ом. Ладно, давайте нажмем на дверь. Ни хрена себе. Походу, таких способностей я не знаю о Майнкрафт-человечках. Ладно, погнали. У нас есть два варианта. Дверь или канализация. Давайте дверь откроем сначала. Что у нас в двери? Это крипер. Смотрите, это крипер. Он подорвался, и, короче, все сдохли. То есть я сдох просто напополам. Ладно, давайте Apple еще раз возьмем и войдем в канализацию, по-моему, там канализация. Так, нажимаем на дверь, вот так вот, хрясь, открывай дверь. И давайте мы зайдем в канализацию. Заходи. Заходим. Так, и давайте зайдем вот сюда, в эту пещеру. Паук из Майнкрафта. На. Мы, короче, упали как цветочек. Ладно. Друзья, кстати, я хотел сказать, что здесь совсем другая музыка, чем с других игр разработчика. Там либо поражение из GTA 5, это была самая первая музыка, то там... Музыка из заставки GTA 4, я не знаю, откуда угодно саундтреки, ну, из GTA какого-то. А сейчас сделали сами свой саундтрек из Майнкрафта, ну ладно. Давайте Seed попробуем, что такое Seed? Это что? Вау, это что такое? Так мы должны встать, да? Вау, что такое Left? Right, Dovan, это назад, да, поползти, понятно. Так, а что тут надо делать-то? Нам нужно вот эти вот отравленные кактусы обойти. Что мы на них, если мы попадемся? Мы сдохнем тогда. Ну, в принципе, того, что я и ожидал. Так, давайте еще раз сип попробуем. Так, залазим. И теперь погнали. Так, я теперь сейчас буду точным. Не будем ошибки пропускать. Так, вот здесь уже посложнее. Ну ладно, все равно обойдем. Мы же можем, друзья, сможем. Так, вот здесь надо уже аккуратно. Все. Главное, головой не прикасаться к ней, иначе ты точно сдохнешь. Все. Мы выиграли, друзья. Да, мы выиграли. Этот способ нам помог, друзья. Вы слушаете, какая музыка? Прикольная. Ну ладно, рестарт. Этой игры, кстати, нету в Play Market, да. Все игры этого разработчика нету в Play Market, запомните. Так, давайте крафтбокс попробуем.
Мы что-то скрафтим. Стикман умеет крафтить из Майнкрафта. Да, скрафтил рычаг. Как он скрафтил, хотя бы показали. Ну ладно. С помощью этого рычага открыли дверь. Погнали. Короче, нам даются два варианта, куда выйти. Налево или направо. Давайте налево сейчас попробуем. Налево. Вау. Это офицер такой. Ой. Офицер нас мечом дал. Очень больно, по-моему. Давайте еще раз. У офицера такой модный. У него есть меч. Все так, как надо. Все из Майнкрафта. Все. Не плагиат. Давайте, погнали. И теперь давайте направо пойдемте. Такие вышли. Все. На свободе. Вау. Вау. Какой темнота. Ни хрена себе. Кто вы такие, монстрики, а? Ой. Они меня убили? Ладно, они меня убили, ладно. Раз уж они меня убили, давайте мы возьмем не крафтбокс, а эгг. Это яйцо. Мы что, будем есть? Чё? Мы высаживаем яйцо своей тонкой стикмановской попкой. Гениально. О. Ой. Что за петух тут бегает, монстрик? Ой, ё-моё, он нам по башке дал. Ну же, вот что тебе быть отцом, Стикман. Ладно, давайте пик возьмем. Пик. Что такое пик? Это кирка. Давайте. Ну, кирка не из Майнкрафта, это странно. Давайте бить. Так, выбрались. Давайте вылезем отсюда нафиг. И мы вылезли из нашей майнкрафтерской тюрьмы. И у нас есть два варианта. К лошади сесть или пойти туда. Давайте на лошадь сейчас сядем. Поехала лошадь! Куда мы поехали? Ой. Ой, как это больно нам. Вау. Это кто такой? Я не знаю никого из Майнкрафта. Пишите в комментариях. Может, мы когда-нибудь на выживалке поиграем. Я никогда просто в Майнкрафт не играл. Хотя играл, у меня была версия, но у меня другой аккаунт появился. И сами понимаете, Майнкрафт исчез. Который оплатил деньги, понятно. Давайте пик возьмем. И теперь еще раз. Пойдемте туда, где вот эта вот штучка была. Так, давай, уходи вот, и вот сюда пойдем. Пойдем вот сюда. Ой, ё-моё. А что тут такое подорвалось? Странно. Ну ладно. Так. Пик нам не помог, да, получается? Что такое бук? Это книга. Майнкрафтерская книга. Нифига себе. Это что? Это монстр. Так, ладно, сели на дракона и полетели. Ого. Сейчас бежим, да, с пудово, да? Что это такое за меч? Вау. Это кто такой? Это кто-то? Что за статуя какая-то? Я не знаю, напишите в комментариях, если вы знаете, может это из Майнкрафта, хотя он не куб, то хотя он не блочный, это странно, ладно. Давайте рестарт. Я не знаю, кто это вылез в конце. Ладно, ну мы, этот метод нам не помог. Давайте ТВ попробуем. Что такое ТВ? Мини-игра какая-то, да, что ли? Выбрать камень или песок. Давайте песок выберем, а потом уже камень. И песок. Гоу, что будет? Ой, все свалилось нафиг. Понятно. Ладно, давайте еще раз ТВ и освободимся. Надеюсь, освободимся, друзья. Так. Нам нужно только камень, только камень, только камень, только камень. Я даже зажал кнопку камень. Гоу! Клево, клево. Ну, мы перешли. И мы выиграли, друзья. Да, мы этот два способа нам помогли сбежать. И да. Короче, давайте мы теперь попробуем Эмералд. Это какой-то, ну, где будем путешествовать, что ли? Вау, портальный кристалл. Погнали.
У нас есть на выбор два рычага. Вот этот вот рычаг, красный рычаг и опять серый рычаг. Давайте вот это выберем, самый первый. И мы умерли. Мы умерли, друзья. Нас паук похитил. Давайте еще раз. Так. Еще раз. Так. Ой, щать. Так, и сюда. Красный рычаг пробуем. О, куда мы провалились? Очень странно, мы куда-то проваливаемся, я не понимаю ничего. Ладно, давайте еще раз возьмем эмералд. Да-да-да, ой, щат, говорит там, все. Давайте теперь последний рычаг выберем. Последний рычаг, наверное, нам поможет бежать. У нас просто башка взорвалась, гениально. А где наша башка хотя бы? Куда она упала? Ладно, друзья. Ладно, друзья. Так. Давайте мы теперь попробуем фаербол. Фаербол мы попробуем. Давайте фаербол. А, я знаю, что такое фаербол. Это такой шар из Майнкрафта. Ну ладно. Давайте к ним. Так. Так. Ой, надо быстро нажимать. Нифига себе, ладно. Вау, он отбился. И у нас опять башка отвалилась. Сколько можно тебе бошку отрывать, а? Ну, Стикман, объясни, пожалуйста. Ладно, друзья. Вот такой у нас сегодня был Майнкрафт побег. Если вам понравилось, пожалуйста, влепите лайкосик под этот видосик. И поставьте лайкосик. А с вами был я, Ваня Плей. Всем пока-пока.